«Сердце отдаю детям». Под таким названием ежегодно проходит самый главный педагогический конкурс нашей страны. Конкурс призван способствовать выявлению и поддержке талантливых педагогов и инновационного педагогического опыта в системе дополнительного образования детей, повышению профессионального мастерства и престижа труда педагогов системы дополнительного образования. В краевом этапе этого конкурса, который прошел весной, участие принимала наша землячка, педагог Центра дополнительного образования Анна Христофорова. Жюри региона отметило программу дошкольного развития «Смышленыш», разработанную и внедряемую Анной как лучшую в социально-педагогической номинации. Сейчас Анна Христофорова активно готовится ко всероссийскому этапу, который пройдет в два тура. Первый – заочный. Для участия в нем наша телекомпания помогает Анне создать видеовизитную карточку. Высокая оценка именно этого элемента тура позволит претендентам стать участниками финала, который пройдет в Оренбурге в конце года.